Всего за 50 лет Церковь Бога достигла такого замечательного роста. Согласно пророчеству Библии, от Востока, от края Земли, с Кореи, в 1948 году Ан Сан Хонг раскрыл утренний рассвет благовествования. Счастливая Корея! Счастливая Церковь Бога! Внимание! Народы всего мира горячо приветствуют Церковь Бога. Их шаги направлены именно сюда, в Корею, в Церковь Бога. Корея стала новым государством благовествования. Церковь Бога стала новым святым, известным всему миру местом. История человечества и мира пишется снова, ибо история спасения Бога берет свое начало. Солнце, взойди, подними свою голову, рассвет, раскрой утреннюю зарю. Открывая новый день звонким голосом, готовься к новому утру. Страна восходящего солнца, страна таинственного рассвета, страна Востока, страна края Земли открывает новый луч надежды. Там, где зарождается утренняя заря, Церковь Бога распростерла святой город. Yeah!